Всем привет! На улице Чунмона праздник, потому что здесь построили замечательный резорт, 8 односпальных домов с классными ценами. Обязательно зайдите в описание, посмотрите, сколько стоят эти дома. Новые абсолютно, с бассейном до моря, пешком. То есть, в принципе, за 8-10 минут вы дойдете до пляжа Чунмон. Все новое, классные дома, очень приятно все сделано. Давайте зайдем, посмотрим, то есть еще у нас парковка здесь есть, ресепшн, если что, поможет вам человек с какими-то вопросами. Только что замерил скорость интернета, примерно там 30 на 20. Заходим внутрь, что мы видим? Москитных сеток нет, есть стол, почему-то только один стул, есть маленький телевизор, есть, так, сейчас я вам покажу, есть вентилятор, здесь у нас шкаф, сейф. Вот так это все выглядит. Туалетный столик. Большая кровать. King size. Просто царская. Птички поют. Здесь у нас кухня. Есть микроволновка. Среднего размера холодильник. Плиты не вижу. То есть надо будет плиту докупать. Вот. Но здесь есть розетки, поэтому это очень просто будет. Докупили. Бат за 800. И все. Тут у нас какое-то пространство, то есть получается не до конца продумана кухня. Здесь не хватает стола, например, чтобы обедать. Или каких-то будет, ну, может быть, чего-то еще. Сложно сказать, но вообще как-то кухня слабенько сделана. По идее, ее бы доработать. Санузел с огромным большим зеркалом, отдраенным. Тут у нас душевая. Москитных сеток здесь нет. И вот так выглядит душ. Все сделано грамотно. Мне все нравится. Так, какие, в общем, проблемы? Проблема заключается в том, что если я хочу в санузел, мне нужно заходить через кухню. С другой стороны, очень здорово, что ребята построили кухню. По идее, они могли просто сделать больше места в спальне, засунуть санузел, на этом закончить. Но они все-таки подумали о долгосрочниках и сделали кухню. Поэтому минимальный набор на кухне присутствует. Дальше вы уже, если заезжаете, что-нибудь придумываете здесь, чтобы вам было комфортно. Вот. И классно. Здесь очень здорово. Поэтому я рекомендую этот дом, потому что здесь на байке вы себя будете комфортно чувствовать. Здесь очень приятно. И цена-качество, ну, просто бомба. То есть я заехать друзьями сюда, здесь жить, тут жить, там, вместе, это круто. Причем еще бассейн есть. То есть в low season цена вообще просто восхитительна для такого дома. Я вообще лучше, то есть я реально считаю, что вот в low season подобный дом с бассейном, с пешком до моря, с хорошим расположением, пока что это, ну, для меня топ. Топ-3, наверное. Может быть, даже вообще номер один на Самуи. Зелено, пешком до моря. На байке вы здесь доезжаете до Банграка быстро, до Чивенга минут за 10, соответственно, до пляжа, там вообще за 3 минуты доезжаете. В общем, классный резорт, очень рекомендую. На этом все, с вами был Лев с компанией Балсамуи, пока.